Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас посетить VIP-караоке-ресторан «Селебрити», где вы сможете насладиться авторской кухней от шеф-повара, участника всемирного конкурса «Мишлен». Наше заведение стало излюбленным местом отдыха для многих звездных гостей, которые по достоинству оценили богатство интерьера и качество звука. Попробуйте и вы! «Селебрити» 773-222 «Селебрити» «Сильнее страсти». Здравствуйте. Похоже, тема фекалий на улицах города на этой неделе еще как актуальна. Жалобой на слив нечистот сегодня в нашу редакцию обратилась жительница улицы Жаманкулова. Вот что она рассказала. Каждый день наблюдаю уже 4 месяца, как приезжают машины и с частных туалетов все сливают в канализационный вот этот люк, который находится возле садика, 3 точки, возле моего дома, возле колледжа. Жаловалась я в Акбулак, обращалась к СК «Лидия». Недавно я звонила в водоканал. Прислали оттуда инспектора. Девушка мне сказала: «Мы об этом знаем. Они угрожают». Вначале попросили доказательства. У меня есть доказательства. Все фотографии, которые сняты, все номера машин. Она сказала: «Чего вы возмущаетесь? Людям они всем платят. Кто видит, подходит, они им платят. Ну поймите, здесь же детский сад. Это же здоровье наших детей же это. И весной все это разливается». Известно, что осенизаторы должны сливать фекалии в специальный пункт в районе промзоны. Для этого необходимо составить договор с акционерным обществом «Акбулак». Но стоит это удовольствие 15 тысяч тенге в месяц. Гораздо дешевле отделываться штрафами, размер которых слишком ничтожен. В прошлом году он составлял 556 тенге. И продолжать выливать нечистоты где ни попадя. Как считает заведующий канцелярией и пресс-секретарь акционерного общества «Акбулак» Ислам Галимов, Биттык, единственный выход из ситуации – ужесточить наказание, увеличить размер штрафа. Как выяснилось, Акбулак полномочий для применения каких-либо мер не имеет. Инспекторы предприятия только фиксируют нарушения и направляют в управление по защите прав потребителей. Кстати, если вы стали свидетелями слива фекалий в своем районе, то можете также напрямую обратиться в ведомство с заявлением и доказательством, фотографиями и видео осенизатора. Ну и к более приятным новостям. Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы за эти несколько недель успели побывать на обучающих семинарах в Южной Корее, Великобритании, Малайзии. Чему научились за границей наши ребята, их самые яркие впечатления? Сегодня они расскажут об этом лично. В нашей студии гости ученик 9 класса Нуржан Есенбаев, побывавший в США, в Академии Вест Ноттинген, вместе со своим куратором Маржан Ескендировой. Здравствуйте. Маржан, вопрос первый к вам. Расскажите, какие впечатления о поездке и что этот семинар даст ученикам? Но главной целью нашей поездки было изучение опыта школьного самоуправления на базе Вест Ноттингемской академии. Параллельно с этим дети смогли развить свои лидерские качества и повысить уровень английского языка. Было интересно? Было очень интересно. С кем познакомились? Ну, знакомств в течение всего семинара знакомств было много. С какими странами больше? Ведь Казахстан не только, да, наверное, был, и другие еще. Нет. В этом семинаре участвовали 34 человека. Это 17 учеников со всех Назарбаев интеллектуальных школ. Ученики в основном члены Совета лидеров. И 17 координаторов из числа учителей и кураторов. Угу. Нас было 34. Здорово. Нуржан, расскажи, чем тебе запомнилась поездка? Бұл саяхат өте қызық болды, және осы 6 күндік саяхатта біз өте көп дағдылар үйрендік. Оның ішінде біз ағылшын тілінің деңгейімізді көтеріп алдық. Сонымен қатар біз әртүрлі достармен таныстық. Олар соның қатарында біздің осы Қазақстаннан осы Маржан апай айтып өткенде 16 оқушымен таныстық. Және осы американдық оқушылармен әлгінгі дейін сөйлесеміз, араласып тұрамыз. Маржан, скажите, было ли сложно ребятам вообще находиться в другой стране? Насколько они воспринимали быт, менталитет? Учитывая, что дети в основном из состава Совета лидеров, дети довольно-таки раскрепощенные. Поэтому трудностей в общении у них не было. Тем более трудностей в общении языковых
трудностей у них не было, потому что уровень английского языка довольно-таки на высоком уровне. Very good. Желаю вам больше расти и, конечно же, двигаться только вперед. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, дорогие друзья, что в нашей студии сегодня были Нуржан Исинбаев, побывавший в Соединенных Штатах Америки в Академии West Nottingham и вместе со своим куратором Маржан Ескендировой. А город сегодня продолжается. Такой он город сегодня. Берегите друг друга, дорогие друзья. Наш генеральный партнер, караоке-ресторан «Селебрити», приглашает вас провести незабываемые вечера. Телефон для справок 773-222. Будьте здоровы. Всех вам благ. Уважаемые жители и гости нашего города, приглашаем вас посетить VIP-караоке-ресторан «Селебрити», где вы сможете насладиться авторской кухней от шеф-повара, участника всемирного конкурса «Мишлен». Наше заведение стало излюбленным местом отдыха для многих звездных гостей, которые по достоинству оценили богатство интерьера и качество звука. Попробуйте и вы! «Селебрити» 773-222 «Селебрити» «Сильнее страсти»!